Очень часто на улице встречается такой предмет, как штакетина, с торчащей из ней гвоздями или еще огрызками деревяшек, которая на взгляд выглядит очень устрашающе. Но работать против нее нужно так же, как и против всех тех предметов, которые мы уже вам показывали. Если вы не делаете никаких сложных движений, а будете двигаться естественно, у вас будет все получаться. Уходить нужно в мертвую зону во время замаха длинным предметом, то есть штакетином, с торчащей из ней гвоздем. Вот мертвая зона. На замахе вы входите, когда человек убирает за себя предмет и пытается замахнуться. Ближайшую руку вы останавливаете. Затем наносите отвлекающий удар по берцовой кости. Человек сгибается, и вы забираете предмет и уходите. Ни в коем случае этим предметом наносить удары по человеку нельзя. Входить нужно в мертвую зону. Вошли на замахе, или ближайшая рука, или берцовая кость. Руки отбиваете и уходите. В мертвую зону вошли, затем наносите отвлекающий удар или дробящий удар по его стопе и уходите.